комнате моей души светлее. Приходил, наверное, электрик, поменял, наверное, проводку. Лампочки теперь горят поярче. В комнате моей души теплее. Отопление включили, видно. Можно варежки сушить спокойно, даже если будет -40. В комнате моей души можно жить. В комнате моей души можно жить. В комнате моей души негромко. Это значит, рядом нет соседей. Это значит, сверху не затопят и не будут возмущаться снизу. В комнате моей души есть чайник, фотографии и есть гитара. Приходи ко мне, когда захочешь. Позвони, чтоб я была на месте. В комнате моей души можно жить. В комнате моей души можно жить. В комнате моей души можно жить. В комнате моей души.